Фифалейку, мои юные любители фифы, с вами Илья. Сегодня продолжение карьерочки. У нас за донецкий Шахтер, чуваки, сегодня возможно решиться. То, ради чего вы все здесь собираетесь постоянно. Ну, как бы честно, я настроен на то, чтобы сегодня победить. Но, опять же, все зависит только лишь от рук. Если нормально все будет, мы сможем. Ну, чуваки, перед началом этого видоса хотел бы поблагодарить вот этих вот парней. Вот раз, два, три. За очень годные комменты. Спасибо, мужики. В следующем выпуске уже будут, чуваки, трансфер. Поэтому пишите годные трансферы по поводу усиления клуба. У нас есть проблемные зоны. Нам нужно готовиться к Лиге Чемпионов. Какая бы она ни была, у нас впереди Лига Чемпионов. Поэтому, чуваки, предложение по поводу трансферов. По поводу вратаря позиция, как обычно, актуальна. И она будет, наверное, закрыта все-таки в это трансферное окно. Вот, мы все-таки сможем, наверное, Лунина подписать. У нас Пятов остается и Кренга. Вот, нам надо будет его, короче, слить. Ну, чуваки, а теперь давайте так, по чесноку. У нас тяжелый матч. Туман на Донбасс-арене. А нет, солнышко светит как-то, ну все равно как-то отсвечивает, как будто туманчик какой-то. Ну ладно, не суть. Сегодня Боруссия приехала к нам в гости, Мюнхенгладбах. Поэтому будет интересно. Интересно посмотреть, на что мы способны. Погнали. Давай, родной, давай, давай, давай. Вот тут скидочка. И в дальний. Хорош, просто ложит туда. Кто это? Это Марлос, да, наверное? Ух, какая закидочка неплохая. Сейчас будет прострел по любе. Ух ты. Вот это опасно. Все спокойно. Скидывай, скидывай сразу же. Хорошо. И давай на Мусу. И на Мусу. Хорошо отдал. Фол. Реф. Это пенальти стопроцентный. Это прям стопроцентнейший пенальти. И карточку давай. Один на один уходил Муса. Спокойно, на молчаночке, на молчаночке. Капитан команды решает. Обалдеть, вот это решает. Я сейчас решил бы. Все, вернули мы джойстик к жизни. Ну, чуваки, первый тайм заканчивается. Уверенно побеждаем покамись мы Боруссию. Ну, почему говорю покамись? Потому что мы знаем, это все непредсказуемо. Вот, но побеждаем. Не-не-не-не-не, так дело не будет. Спокойно, Дудо. Дудо, отыграет. Да ё-моё. Да, вот вам и пожар начинается. 59-я минута. 2-1. Празднует вообще спокойно так. Спокойно. Оп, хорошо, Упамекан. Да как? Хорош, Пятов. Хорош достать, Пятов. Андрюха, боже. Фу. Андрюха, как же ж ты выручаешь сейчас. Достал тут в подкате. Вот это называется опыт. Вот туда. Хорошо. Вот, вот, выкатил. И давай, Исма. Исма в ближний. Как пробивает. Ё-моё. Ой, как включаются они. Фу, вот это отскочили, да. Нельзя так. Вот-вот-вот-вот-вот. Давай-давай-давай. Давай, хорош, хорош, бороться. Ай, какой умница Тайсон. Какой умница Тайсон. Сюда скинул. Хорошо. И в дальний. И в дальний. Ёпс, тудей. Как же так? Давайте и Морайса выпустим на последние секундочки. Все. Все, чуваки, забираем 3 очка у Боруссии. Блин, это было напряженно. На самом деле могли вырывать они эту ничью, но благо там Пятов сыграл отлично, благо там штанга где-то за нас сыграла. Но в то же время и мы могли забивать спокойно еще один гол. И вот, чуваки, настает последний матч этого чемпионата. Шахтер играет в гостях против Айнтрахта. Матч, который сейчас решит все. Мы сейчас идем на второй строчке, у нас 60 очей, но Хоффенхайм и Ливеркузен нас поджимает просто в срандель. И только лишь наша победа может обеспечить нам спокойствие. Я надеюсь на то, что мы сможем сейчас взять очки. Знаешь, на самом деле чувствуется напряжение этого последнего поединка. Чувствуется то, что сейчас решается реально все. Понял, прижали нас. Спокойно. И туда, ТТ. ТТ Тайсона включает. И давай, забежал. ТТ, давай, на Мусу. И Муса в одно решить. Туда его, сука, туда, хорош. Хорош розыгрыш. Фу, поехали дальше. Ого, ого, тут закидка какая. Проигрывает борьбу. Ого. Вот это да. Разобрался.
и туда, и туда, один в один. Все, выход. Ёпс тудей, бля, Тайсон. Умница. Майкон, в ближний, туда его. 2-0. Хорош просто. Просто умницы, пацаны. Просто шикарную игру показывают в первом тайме. Наши парни вообще просто хорошо. Как выкатил. Опять Тайсон, да ё-моё. Чё-то у Кэпа с ногой с левой вообще беда. Муса, третий туда. Просто без шансов убегает Ахмед. Хорош. Просто хорош, Ахмед. Просто хорош, чуваки. Я не знаю, что сказать. Я на самом деле настолько доволен. А вот оно было и опасно. Ух, пушка какая по воротам. И туда давай. Давай. Какой пас. Какой феерический пас. Хер на тот гол. Как же отыграли. Отлично. Давай, на Мусу. Муса. Сука, я уже радый был. Штанга. Ёбаный в рот. Ой, мама. Муса. Сука, я уже радый был. Ты чё делаешь такой? Я уже поднял руки вверх, бля. Марлос. Входит в штрафную. И давай, скидочка. Какие пасы, вы это просто видели. Муса опять Муса выходит. Туда его, сука, кипер опять тащит. Фух. Пролетает над перекладиной. Все, братцы, все, наконец-то мы второе место забираем себе. Ух, мои кудряшечки. Они остаются со мной, чуваки. Мы занимаем вторую строчку в чемпионате Германии и становимся серебряными призерами. Да, до Баварии нам очень далеко в этом сезоне было, но... Под конец сезона вы видели, что команда настроилась, команда показывала замечательную игру, очень результативную игру показывали наши ребятишки, все без исключения. Итак, чуваки, финал Кубка Германии. Донецкий Шахтер против РБ Лейпцига. Матч, который сейчас должен решить всю судьбу этого сезона. Чуваки, мы прям обязаны в этом сезоне забрать Кубок Германии. Мы должны хотя бы один трофей, но забрать. Нам сейчас настроиться на позитивный лад обязательно. Нам нужно сейчас поверить в команду. Смотрите, настрой у команды очень хороший. Все рады, довольны. Знаете, чуваки, кто бы что ни говорил, но в финалах Кубка, неважно финал чего, ФИФЕ просто нереально тяжело. Нереально сложно играть, потому что у них сразу статы какие-то просто сумасшедшие, а у нас сразу все пропадает. Мы буквально в прошлой серии играли против Лейпцига, где мы разбили их 3-0. Я вот напоминаю, как бы недооценивать не намерен, но сейчас будет реально потно, просто ужасно потно. Погнали. Правильно, вот здесь Муса. Муса, какой молодец! Хорош, пошел Муса. Давай, скорость позволяет. И в ближний, как учили. 1-0. Хорошо просто. Ахмеджан, Ахмедушка, Ахмедянище просто. Блин, что ж ты делаешь? Хлопаю стоя. Братан, просто идеально. Отработал корпусом. Ворваться в штрафную, ворваться. Муса, ты дай его. 2-0, и это 17-я минута. 2-0, Ахмед Муса, ну посмотрите, что он творит. О, да, Исмаили, конечно, зарядил. Давай, сука, Муса, чуть-чуть. Если бы в одну пробивал, было бы сразу бы пипец. Какой Майкон умница. И запустить. Запускает. Хорошо. Давай, Ахмед. И пробить. На технику. Ой, сука, 3-0. Ахмед Муса, 3-0. 3, понимаешь? 3 штуки ложит.
Сука, как же ты это делаешь? Навала какая пошла на наши ворота. Хотя бы один, да, хотят? Не. Не-не-не-не-не. Все. Донецкий шахтер, обладатель Кубка Германии. Вот так вот их. Хорошо. Фу, это было очень тяжело. Ну, до этого, чуваки, я не могу сказать, что с Лейпцигом было сложно, но до Лейпцига это было реально очень потно. Очень потные матчи были. Просто вот вспоминая, реально, там и Боруссия была. Там много было клубов, которые были реально сильнее Лейпцига, но в итоге в финале нам Лейпциг попался. И мы смогли одолеть их, кстати говоря, второй раз к ряду. Буквально в той серии мы их 3-0 побеждали. И опять побеждаем 3-0. И сейчас мы видим наше награждение, чуваки. Видим наших бойцов. Реально заслуженно. Чуваки, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто, по вашему мнению, игрок этого сезона. Давайте сделаем открытое голосование в сообществе. Да, давайте так. Сделаем в сообществе открытое голосование. Кто, по вашему... Напишите, кого на голосование ставим. У нас есть 4 претендента, 4 места на это звание. И давайте выберем вместе с вами лучшего. Кто, по вашему мнению, лучший игрок прошлого сезона? Вот, и будем тогда уже, знаете, из этого плясать. Я вот даже не знаю, я предположить не могу. Вот, поэтому пишите свои варианты обязательно в комментарии. И там мы уже будем с вами подводить итоги и ставить голосование. Вот и все, чуваки. На этом подходит наш сезон к концу. Мы стали обладателем DFB Pokal Кубок Германии. Мы стали серебряными призерами чемпионата Германии. И я вам скажу, что это реально достойно. Поэтому, чуваки, обязательно поддержите этот видос с Лукасом. Обязательно, кто не подписан, подпишитесь на канал. И в следующей серии нас уже ожидает огромная трансферная волна. Поэтому активненько принимаем участие в комментариях. С вами был Илья. До новых встреч!